Всем привет, друзья! В сегодняшнем нашем видеовыпуске мы с вами рассмотрим упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. Чем интересны эти упражнения? Они не требуют от вас особых усилий, они не заставляют эти упражнения вас ложиться на пол и делать или скручивание, или подъем тела, или подъем ног. Многие люди просто-напросто не желают это делать в силу того, что вы правы, эти упражнения неэффективны. Они неэффективны. Они помогают укрепить вам седалищное место, они помогают вам укрепить спину, но также они, эти упражнения, скажем, выбивают межпозвонковые диски, в некоторых случаях, в единичных случаях из тысяч, приводящие к возникновению межпозвоночной грыжи. Поэтому к тем упражнениям, которые мы делали раньше в школе или еще где-нибудь в спортзалах, усиленно качаясь, плюс вместе с дисками от штанги, поднимая тело вверх, мы этими упражнениями заниматься не будем. Я вам покажу сейчас несколько упражнений, действительно эффективных, как для укрепления мышц брюшного пресса, иди сюда, как для укрепления мышц брюшного пресса, так и для избавления от лишних калорий, от жировых прослоек на животе. Да, эти упражнения действительно помогают вам избавиться как можно от большего количества калорий по сравнению с теми упражнениями, которые мы привыкли как стандарт делать лежа на полу или лежа на лавочке, поднимая ноги или поднимая тело. Итак, первое упражнение, я его уже вам несколько раз показывал в моей программе по коррекции веса и избавлению от лишнего веса. Руки вот так вот складываем и начинаем делать подъемы ног в коленях, касаясь локтей. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Это первое упражнение, и его нужно повторить как минимум 40 или 50 раз. То есть получается на каждую ногу 20-25 повторений. Следующее упражнение. Оно жутко эффективное и поначалу может вызвать у вас, если вы страдаете избыточным весом, одышку. Но выполняя эти упражнения в совокупности с вот этим вот вдох, полный выдох, напряжение брюшного пресса, 7-10 повторений этого упражнения, вы быстро входите в тонус, вы быстро восстанавливаете дыхание и можете заниматься дальше. Итак, первое упражнение я вам показал, потом делаем дыхательное. Следующее упражнение. Ставим руки вот так вот, как вот карате, кикбокс, боевая стоечка, правая нога сзади. Давай я отойду немножко подальше. Так нормально, да? Вот в такую стоечку становимся и работаем. Раз, два, три, четыре. Меняем позицию. Раз, два, три, четыре. Опять меняем позицию. Раз, два, три, четыре. Меняем позицию. Раз, два, три, четыре. Это упражнение очень хорошо укрепляет подвздошную мышцу. Да, есть такое понятие, есть такая мышца. Ее не видно снаружи, потому что она находится внутри вашего корпуса, но тоже имеет непосредственное отношение к мышцам брюшного пресса. Делаем дыхательное. Полный выдох. Семь-десять повторений. И третье упражнение. Оно... Так, меня там видно?
Отлично. Третье упражнение. Вы ставите ноги на ширине плеч, руки вот так вот складываете перед собой и делаете глубокий присед. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Минимум 30 приседаний, как минимум в этом упражнении. Затем вы снова делаете дыхательное. Подняли руки, вдох, выдох, напрягли пресс. Также 7-10 повторений. И последнее, четвертое упражнение из этой вот программы для укрепления брюшного пресса и также избавления от лишнего веса для пережигания большего количества калорий. Руки заносим за голову и делаем наклоны в стороны, одновременно поднимая колени через стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это упражнение мы делаем точно так. Минимум 30, 40, а то и 50 повторений. Затем, после этого упражнения, вы снова делаете дыхательные упражнения, которые восстанавливают дыхалку и приводят вас в тонус. А вон собачка гуляет. Сейчас я вам собачку покажу. Вон, смотрите, собачка. Собачка гуляет. Собачка гуляет. В траве гуляет. Ну, пусть гуляет. Вот такие у нас тут веселые посетители бегают. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Сейчас еще там придут охотники за зайцами, поэтому ну его все нафиг. Не забудьте на наш канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Если кому интересно код для поддержки нашего канала, для его развития, для более лучшего развития, чем есть на самом деле. И оставайтесь с нами, у нас всегда есть что-то интересное, что-то полезное на нашем видеоканале. Итак, повторим наше упражнение без дыхательного. Руки перед собой, подъем колен. Руки перед собой, подъем в стороны. Глубокий присед. А-тя-тя-тя-тя. Глубокий присед. Собака мне не дает нормально снимать. Руки перед собой, глубокий присед. И четвертое упражнение. Руки в замок за голову и наклоны с одновременным подъемом колен. Вот и все. Четыре упражнения. Если мы эти упражнения будем чередовать с дыхательным упражнением, то будет просто круто. Будет просто зашибись. На полном серьезе. Я вам отвечаю. Ну, всем удачи. Всем пока. Не болейте. Оставайтесь с нами. Будьте нам здоровы. С вами был я, Владимир Казарчук, автор канала Old Dutchman.